сами так прервать их жизнь. Марина, скажите, вы раскаиваетесь? О чем вы сегодня будете просить суд? Может, вы хотите попросить прощения у того ребенка, которого теперь нет? Марина, скажите, вы уже сидели, а за что вы уже сидели? Вы долго были на воле после того, как сидели? Те обстоятельства, которые послужили вот этому решению, они не случайны, они исходят из ее жизни. Брошенная всеми, забытая всеми, без социальных связей. И в тот момент, когда произошли роды, один ребенок вообще родился уже мертвым, она просто не знала, что делать. Была одна, отец ребенка. А существование детей не знал, не хотел слышать, родственников в том числе, поэтому это было единственное решение, которое она тогда приняла на тот момент. Сейчас она раскаивается в содеянном, но тогда она не знала, что она будет делать, поэтому мы будем просить суд о снисхождении, исходя из этих обстоятельств. Приговором моя подзащитная как бы удовлетворена, она и раскаялась, и готова понести наказание, поэтому обжаловать она не будет и приняла такое решение. 3 года 2 месяца – это в данной ситуации почти максимальное наказание. Максимальное наказание могло составить 3 года 4 месяца с учетом особого порядка по данной статье. А вам известно, вот встречаются ли с ней родственники, то есть как-то вот их сильно застояние сюда не было? У нее проблемы с родственниками, у нее вообще проблемы в жизни большие, на самом деле. И она поэтому и хотела скрыть эту беременность. Там серьезная ситуация, я полагаю, что не вправе сейчас, наверное, об этом говорить. Но родственники с ней не встречаются.